Микола, медик польского отряда «Гром», является лучшим медиком на ПВЕ, хоть и не лучший хиллер по сравнению с травником. Но если вам нравится играть за медика в ПВЕ и спецоперации, то Микола должен быть у вас однозначно. Микола выбрасывает сумку с медикаментами, создавая хилл-зону, и раздает ХП тем, кто находится внутри хилл-зоны. Боец имеет 90 очков здоровья, плюс 10 очков здоровья открывается при прокачке, 60 очков брони. Вооружен ружьем Мосберг 500 Tactical, 5 магазинов по 6 патронов в каждом. Пистолет USP, 3 магазина по 15 патронов. Из дополнительного имеет светошумовые гранаты 4 штуки. При прокачке вы откроете глушитель на пистолет, картечные патроны на ружье, которые улучшают кучность стрельбы, светошумовые гранаты, рукоятку на ружье, откроете защиту от эффекта отравления, увеличите запас здоровья и еще несколько улучшений, как, например, особую черту для ружья ступор, то есть при попадании по противнику из ружья тот будет замедляться. Также на 13 уровне прокачки вы откроете особую черту, увеличивающую скорость перезарядки у всех союзников, находящихся в хилл-зоне. Дорогие друзья, все.